знаю. Мошенник, молодой человек. Вы не хотите... Ах ты, щенок, он еще спрашивает, что случилось. Где проценты? Мошенник, по такой дорожке решил пойти. На смерти родителей спекулируешь. Смотри, не просчитайся, как папаша. Да кто это такой вообще был? Кто это такой? Привет, братан, чё как тут? Дела, чё сидишь такой весь хмурый? Да привет, привет. Да дела вообще плохи. Я думал, ты в тот раз решил с этими проблемами, с этими Мэринами. Тут мне вчера звонили, реально какие-то проценты требуют. Опять я даже ничего не понимаю, какие проценты, за что? За что? Что я кому должен? Не объяснились, не представились, и сразу начали требовать какие-то проценты, обвинять в чем-то. Я думал, ты с ними дела порешал. Блин, да что вообще, их вообще знают, что им и когда надо. Они сами никого в известность не ставят. Просто у них очень сильные вышибалы. Они могут все. Они полгорода держат в страхе. Это вообще непонятно, кто они такие. Это гастролеры. Гастролеры, залетные гастролеры приехали весь город Хиросина уже поставили и просто все в шоке. Ну это понятно, что они заезжие гастролеры, но я-то при чем? Я какие проценты им обязан платить? Ты сам-то думаешь, я вообще кому что обязан? Никуда в кредиты не лезу, ничего ни у кого денег не занимаю. Что вообще они хотят? Что им надо? Ты это как-то позвони своему Кургену, спроси, пусть он по своим каналам пробьет вообще, кто это такие и что они вообще хотят, какие их условия мы должны знать. Алло, Курген! Привет, дорогой! Как дела, как здоровье? Да все нормально, свет, братан, все, свет, с кайфом здоровье, с кайфом, братан, все отлично, братан, все отлично, хорошо. Не переживай там, с Божьей помощью, как говорится. Братан, а как твое здоровье, братух? Здоровье твое, как вообще? Как? Твоими молитвами, дорогой, все, слава Богу. Да вот мальчики приехали в чужой город, понимаешь, на двух машинах, напачкали и соскочили, не прибрав, не рассчитавшись. Братан, конечно, ты прав, приехали в тот город, доследили, братан, беспредел устраивают, братан, валить их надо, валить, братан. Короче, моего друга здесь шимят, и что они, шимить моего друга задумались. Шимят моего друга, какие-то проценты с него требуют. Валить их надо, братан, валить их надо. Это такие дела так не делаются. Не представився, не поинтересовавшись, такие дела крутят тут. Бизнесы свои тут устраивают. Неправильное озорство, неправильное. Ответить придется. Братва волнуется, недовольные есть. Успокоить надо. Мы поняли друг друга, дорогой. Знаешь, приятно побеседовать с умным человеком. Хорошо, Гурген, я тебя услышал. Я пока своего человека спрячу. В горах, наверное. В горях я его спрячу, наверное, чтобы пока все не улеглось. Что-то тут творится непонятно. Беспредел какой-то ходит по улицам тут. Я тебя понял, услышал. Будешь в Москве, угощу тебя настоящей хванчкарой. Ну вот и это лично. Братан, ну ты, короче, сам все слышал. Надо, короче, залечь пока на дно. Пока вот это беспредел, который гуляет по улицам, чтобы не устаканился, все вот это надо устаканить. Потом будем дальнейшие решать дела. А пока лечь надо тебе, залечь. Просто залечь и все. Братан, ты пока здесь перекантуйся 3 дня, пока все здесь не устаканится, который вот этот беспредел по улице гуляет, пока все не урегулируется, вот эти конфликты, непонятки. 3 дня пока здесь, короче, перекантуйся. Блин, куда я это попал, что вообще происходит, куда мне стрельба надо посмотреть. Это такое вообще не может быть. Стрельба.
Дэвид, убили, походу, Грека. Как отсюда выбираться?